Приветствую вас, любители коротких видео. Это будет видео-приглашение на празднование нашего юбилея, юбилея магазина «Зефир». Нам исполняется через 2 дня 10 лет. И 4 марта, в субботу, в 16 часов, мы будем общаться с друзьями магазина и с друзьями моими личными. Приготовили мы для вас для этого целый спектр вкусов домашнего приготовления напитков крепких по 40 градусов. Вот мы 23 февраля дегустировали там кедровую, каркаде, апельсиновую и перцовка была. Сейчас будет еще несколько новых вкусов. Это вот один аспект, как раз чисто мужской такой вкус. Но самое-то основное, конечно, не алкоголь, а самое основное – это дружеское общение, обмен мнениями. Все-таки 10 лет для магазина, для независимого магазина в России – это очень много. Я даже вот пытался перед записью вспомнить, много ли. Ну вот подбирается к этой дате бренд-шоп, по-моему, у нас московский. Фот, почел в Бозе. И по большому счету не вспомнить особенно-то известных на слуху магазинов. Поэтому приглашаю поговорить, пообщаться, посмотреть, не знаю, провести время коротенькое, в субботу, вечер что-то. Погода, весна на улице. Вторая часть, небольшой анонс, что у нас будет. Во-первых, нам едут уже футболки, новая серия. Вот как на мне была первая серия, которую мы продавали в прошлом году. Сейчас будет тоже футболка Санкт-Петербург, только там будет присон лого. Но она еще с небольшим сюрпризом. Там будет небольшая отметка про магазин «Зефир», которому 10 лет. То есть Weekend Offender специально для нас сделал эту футболку. Итак, будет еще кое-что новенькое, мы будем вас информировать, но самая основная цель этой записи – это приглашение вас 4 марта к нам в гости. Спасибо, приходите.